Сегодня состоялось очередное заседание правительства республики. Кабинет министров рассмотрел 20 вопросов. В числе первоочередных утвержден законопроект о внесении изменений в действующий республиканский закон о табунном коневодстве. Законопроект уточняет меры господдержки, как строительство конебаз, мероприятия по наращиванию племенного молодняка, создание учебных центров по подготовке коневодов. Кроме того, в числе предлагаемых изменений введение нового понятия «коневод-табунщик». Если закон примется государственным собранием, мы предлагаем применять понятие «коневод-табунщик». В действующем законе применялось понятие «коневод». А у нас в республике отрасль, это табунное коневодство, и все наши коневоды, коневодческие хозяйства и так далее, от нас просят, чтобы их применяли по отношению к ним понятие коневод-табунщик. И вот такие изменения приняты.